8 июля в России праздновался День семьи, любви и верности. Это достаточно молодой праздник, который отмечается в память святых преподобных князей Петра и Феврония. С именами этих святых связана красивая легенда со множеством чудес. Не смогли пройти мимо этой даты сотрудники городской библиотеки, которые организовали специальную выставку. На столе свежие ромашки – символ праздника Дня семьи, любви и верности. Об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. Об истории самого праздника, ставшего праздником всероссийского масштаба, говорят в городской библиотеке у организованной книжной выставки, украшенной символическим букетом. Вот такая замечательная книга в серии ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей» для тех, кто хочет более подробно узнать о жизни, о деяниях святых и, конечно, о любви и, конечно, о верности. И наверняка этот праздник уже вошел в нашу жизнь за 10 лет. И во многих городах, в том числе и в Муроме, этот праздник считается днем города. Посетители читального зала городской библиотеки на выставке, посвященной праздничной дате, могут познакомиться также с книгами о роли семьи, о построении семейных отношений, о воспитании детей. А те, кто еще не знаком с историей любви святых Петра и Февронии, сотрудники библиотеки с удовольствием ее расскажут. Святой Петр жил в Муроме, это 12 век, это очень сложное время, и случилось такое несчастье, что он заболел проказой, страшным заболеванием, и исцелить его могла только девушка, которая привиделась ему в вещем сне. Этой девушкой была Феврония, которую он нашел в рязанских землях, и сумела она исцелить князя. Но на этом, в общем-то, история их любви не заканчивается. Не сразу женился Петр на Февронии. Мне бы хотелось оставить какую-то загадку для того, чтобы дальнейшая их судьба вот действительно была для чтения, для познания и так далее. Традиции русской семьи, обычаи русского народа – все это взаимосвязано, говорят на выставке, поскольку семейные ценности включают в себя все эти понятия. Читателям и предлагают со страниц старинных и современных изданий узнать о семейных ценностях и традициях. Эти книги не выдают на абонементе, выдают их только в читальном зале, каждая на вес золота. Выставка объединила несколько изданий о семье, любви и верности, а еще о воспитании детей, свадебных обрядах и традициях.